Друзья, всем привет. Ну, всем привет. Продолжаем наше путешествие Москва-Магадан. И кто смотрел прошлую серию, мы остановились вот здесь, возле вот этой остановки. Это у нас был поселок Орочен-2. Всем желаю приятного просмотра. Кто не подписан, напоминаю, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну что, поехали. Также не забываем про плейлист на канале и про тайм-коды, чтобы не пропустить интересные места. Продолжаем. Продолжаем двигаться. Вот такой еще домик прикольный. Сегодня наша цель проехать город Алдан и доехать, ну, туда, как можно дальше. Вообще, сколько получится, не знаю. Потому что сейчас будет Алдан, по нему мы, конечно же, проедем. Я думаю, будет интересней проехать через него, нежели ехать обходным путем. Так что смотрите. Смотрите. Сегодня вот такое вот видео записываю. Время уже позднее. Сильно говорить не буду. Ну, я думаю, вы меня прекрасно и так услышите. Тем более хорошая. Смотрите, какая карта. Дорога, небо. Ну, небо такое, как бы себе. Ну, было-то и хуже. Помните, кто смотрел прошлую серию, когда у меня камера запотела, да? И видно было только вот так. Вот. Сейчас как бы еще более-менее нормально. Сейчас приедем в Алдан. Поездим по улицам немножко. И потом поедем дальше уже. По трассе. А вот уже мы в него въезжаем. Ну, пока еще нет, но... Вот. Вот такая вот табличка. Алдан. Так, и сразу же заправка. Вот такая вот заправочка открытого типа. Вот, пожалуйста, вот тут даже вот целые канистры с бензином. А вот еще вон там одна. Или это та же самая. Так. Автотрейд. Тягач продается, сдается в аренду. Ну, не знаю, что тут можно открыть. Как бы. Можно, конечно, что-то. Вон какой-то магазин, например. Вон, пожалуйста, кафешку. Ну, кафешку, конечно, вряд ли там. Если только это все ломать и что-то новое оставить. Кафешку, конечно, вряд ли. Так, сейчас нам главное, смотрите, нам не проехать. Подождите, мы сейчас чуть-чуть... А, нет, мы еще не доехали до того места. Я все-таки хочу... Не знаю, дадут ли мне такой возможности проехать через Алдан. Ну, если уж не дадут, ну, поедем как бы в объездной путь. Ну, попробуем. Попробуем. Так.
Тут немножко надо по-другому было проехать. Да, тут вот так идет дорога. Так, а где тут поклонный крест-то? Немного не понял я. Наверное, с той стороны, может быть, можно его было увидеть. Давайте попробуем. Тут нету, но есть река Ортосала. Ортосала, речушка. Ну, такая река не маленькая. Не маленькая. А вот крест где? Поклонный крест, я что-то даже не вижу. Может быть. Подождите, я где-то. Вот тут-то. Поклонный крест. Ну. В общем, ребят, не вижу я его. Ладно, мы едем вот сюда. Сворачиваем в сторону Алдана и едем сюда. Так. Так, ладно. Свернули мы, как видите, на такую вот дорогу. Ну, скажем так, это уже дорога в город, которая ведет непосредственно. Сейчас мы немножко так вот перещелкнем. Да. Вот уже остановочка стоит, вот какой-то дом такой деревянный. Да, именно. Так, вот еще один. Сейчас поедем, попробуем проехать. Ну, где возможно, там и проедем. Вот еще такой домик. Блин, крышу, конечно, бы уже лучше поменять бы. По крайней мере, вот эту точно. А, туда нельзя, нам не пускает. Давайте посмотрим тут, что тут дворы. Ну, плохой такой подъезд. Ну, тут первый этаж. Второй, третий, конечно. Желательно бы немножко бы привести в нормальный вид. Ну, хотя тоже, это еще не самый худший вариант. Как бы и жить, в принципе, можно. Мусорка. Ну, мусорка. Моя мусорка. Ну, что сказать, мусорка есть мусорка, что тут нечего говорить. Вот еще такой домик. Тут немножко карта меня запутала. Куда-то мы попали прям совсем дикие-дикие дебри. Еще вот такой дом. Это город Алдан. Республика Саха, Якутия. Гаражи. Вот еще одна. Ну, достаточно цивильная. Вот это вот видно, что убирают. Как бы, да, вот тут. Тут, конечно, мусор, но
Вместо вот этих контейнеров поставить бы большой контейнер бы. Ну вот у людей вон теплица есть, ну теплица это в данном регионе это очень актуально, потому что климат суровый. Вот, а чтобы продлить вегетационный период хотя бы там месяца на полтора, можно использовать теплицы. Почему бы нет? Вот такой дом еще. А вот это прям вот новый, новый, видно новый. Ну, может, он не новый, но, по крайней мере, сделан как новый. Вот так вот. Он, скорее всего, как вот этот вот. Видите? Просто здесь там отделали, а здесь не стали отделать. А вот уже такой дом, более-менее. Только что вот тут, вот у него, вот это вот, или так задумано. Что это такое? А дом неплохой. Так. Ну это что-то скорее всего. Скорее всего под снос, наверное. Ну, я так думаю, я не знаю точно. Там было какое-то объявление. Паспорт объекта. Строительство многоквартирного жилого дома по адресу квартал Дан, переулок Заводской. Вот такой вот пятиэтажный дом. Относительно новый, я вам скажу. Ну как относительно? Не то, что новый, но он новый. И прям выглядит так. Цивильненько. Вполне. В принципе, почему нет? Можно жить в таком. Пожалуйста. Так, а мы немножко сейчас. Ну, это же лучше, чем вот такое вот жилье. Хотя это не самый худший вариант. Это еще нормально. Так, мне он. Я думал, не хочет мне давать. Давайте я вот так поверну. Что ты будешь делать? Вот. Что ты ко мне пристал? Ну давай сюда тогда. Так, ребят, ну давайте я тогда чуть-чуть вот так вот сделаю. Вот. А то он меня не дал. Алдан, приветствую дорогих гостей. То есть мы дорогие гости. Ну, собственно говоря, все во многих городах вот такие таблички, естественно. Это все так и должно быть. Так, что мы все по окраинам-то едем? Давайте, наверное, сейчас я вот здесь вот, наверное, зря туда поехал. Давайте я вот сюда сейчас выйду. Вот. И поедем непосредственно уже ближе к центру. Я сказал, поедем, да? Давайте вот так. Так, там что там, стоянка? Нет. Или это что? Или это автошкола? Да? Или нет? Или что?
В общем, непонятно. Ладно. Куда-нибудь вон туда вот съездим, посмотрим. Сегодня у нас такое видео получится. Ну, это лучше, мне кажется, чем вот ехать по дороге и ничего, когда. А да, автошкола. А там был, по-моему, автодром. Вот это автошкола. Так, это заброшка. Тут ничего. Так. А это что? Серп и молот, да, такой памятник. То есть символ еще советской эпохи. Серп и молот. Вот такой вот. Такая вот стелла, даже я так скажу. Ресторан. Супермаркет Медведь. Угу. Смотрите. Такая пожарная лестница, да? И сколько антенн на ней? А почему тут антенны? Потому что это юго. Ну, в общем, это юг практически в ту сторону. И, естественно, антенны вешаются сюда. Потому что спутники ближе к экватору. А у нас, так как северное полушарие, соответственно, нужно направлять либо спутниковые тарелки вешать на южной стороне, ну, юг, юго-восток, юго-запад. Вот, можно даже восток, ну, только с наклоном таким будет тарелка повернута. И, соответственно, запад то же самое. Вот, северо-восток, северо-запад, как бы, ну, это, ну, можно, но будет уже меньше ловить сигналов. Можно, конечно. А на севере вообще не рекомендуется. Ну, обычно у кого окна на север. Так, торговый центр Алдан. Так, ага. У кого окна на север, как бы, и они вешают тарелки, ну, как правило, либо на крышу переносят их, да, либо как-то импровизируют, может. Ну, то, что на север, не рекомендуется вообще, нельзя вешать антенны, тарелки точнее. Антенну, пожалуйста, тарелки нет. Так. Какой-то Газпромбанк, понятно. Гелиос Золото. Алдан Сити. Ага, так. Давайте сюда, что ли, посмотрим. Ну, тут тоже какой-то магазин, Алдан Сити. Кофе, Чайхана, торговый комплекс. Ну, различные торговые центры. Собственно говоря, все как и должно быть. Газеты, журналы, киоск. Жемчужина. А, парикмахерская.
Въездной сдается в аренду второй этаж. Ну, пожалуйста, можно аренду снять. И открыть какой-нибудь свой магазин или что-нибудь. Ресторан элитный. Сотовый мир. Телефоны, салоны связи. Все. Все, что необходимо. Сотовый мир Березка. Да? Продажа здания. 333 квадрата. Продается. Так. Давайте вот сюда поедем. Остановочка. Терем. Уже какой-то магазин или тут? Ну тут не тут только один магазин тут. Вон вам, пожалуйста. Типа как торгового центра. Все продается. Все, в принципе, необходимое. Ага. Так, город Алдан. Ага. Так. Ну, сейчас как раз прямо вот поедем и, я думаю, выйдем. На трассу. Так, нам, по-моему, вот сюда. Ух ты, тоже такой дом. Отопление, видите ли, это не отопление. Вот трубы какие-то идут. Именно вот. Так, в открытую, ну, чтобы в случае, если какой-то прорыв, можно было проще починить, чем откапывать. А вот крыша, конечно, не знаю, вот это вообще жилой дом-то хоть. Кто-то прям я не посмотрел. Может быть, ее, конечно, его переделывают вон. Но я надеюсь, ну, потому что, ну, крыша прям видно. Он шифер побит. И это прям не очень, не очень, скажем так. Тут какие-то банки, ну какой-то склад, хлам один лежит. Так, а это что? Ну, такое интересное здание. Смотрите, вот окна, вот дверь.
Ну, в принципе, только если тут порожки поставить, то вполне нормально. Вот тут порожек не хватает. Какой-нибудь лестницы. Да. Сантимо. Строймаркет. Это заброшка. Какая-то заброшка, да. Так, ну мы, наверное, что, мы, наверное, все-таки поворачиваем на трассу, да? Пацаны что-то сидят. Разговаривают. Так, ну тут что-то строят. Новый дом. Да. Тут, ух, вот этот домик неплохой. А, ну тут видите, он как он был-то вот так. Его отделали вот таким вот кирпичом. И прям смотрится гораздо лучше. Вот крышу осталось только поменять. И вообще проблем не будет. То есть люди взяли и изменили, переправили дом. Так, ну тут вряд ли кто-то живет, я думаю, ну прям совсем, совсем все печально. Хотя, может, и живут кто-то, но это прям совсем, я думаю, уже. Если кому нет негде жить. Да. Если уж кому прям негде, то временно он может поселиться и сюда. Так, Колизей, продукты приглашаем за покупками. Аптека, разливные напитки, виноград. Пожалуйста, вот, все есть. Вот, трубы везде так идут. Здесь это так принято, с учетом местного климата. Это в порядке вещей, чтобы вот так вот трубы шли не под землей, как в средней полосе, да, а именно вот так сверху. Так что это все в порядке вещей здесь. Так, ну это тоже, наверное, заброшен, скорее всего, дом или... Ну, тут, я не знаю, но крыша вся, вон, там ничего нет, она фактически разрушена. Хотя, может, кто-то и проживает. Такое тоже не исключено. Почему бы и нет? Вот она табличка, Якутск, Невер. Ну, мы едем в сторону Якутска. Нам Невер мы уже проехали, так что... Так что так. Да, мы выехали на трассу. Вот, но мы все равно пока еще продолжаем ехать, находиться в городе Алдан. Так.
Как видите, люди тут тоже живут. И живут достаточно неплохо. Ну, кто-то уже рассчитывает. Так. В Куранах 16, Томот 68, Якутск 520. Ну, до Томота можно попробовать долететь. Только не знаю вообще, сколько это займет у нас времени. Так, вот такой крест. Такая вот стелла. Поклонный крест. Да. Вот так он выглядит. Так, ребят, напоминаю, кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Также не забываем про тайм-коды и про плейлист на канале. Так, все, выезжаем мы из города. И сейчас полетим в сторону Томмота. Тут не знаю, что это. Алдан. Вот такая вот стелла. Да. Город Алдан. Ну и, соответственно, как это, ну, называется? Ну, я потом напишу в комментариях. Это то, что мы видели в Бурятии, в Чите. Ну, точнее, в Забайкальском крае. И здесь тоже это распространено, вот это вот шаманизм. Вот эти местные верования. Вот, ребят. Все, поехали. Нам сегодня еще надо, ну, в лучшем случае хотя бы приблизиться. Так, остановочка. Ну, установка такая, неплохая, достаточно хорошая остановка. Бывали и хуже гораздо. Это еще нормальная остановка у нас. Так что вообще, если доедем до города Томмот, будет круто. Если не доедем, ну, значит, доедем уже в следующей серии. Кстати, дорога классная. Смотрите, видите, дорога прям вообще супер. Ну, не знаю, насколько ее хватит. Ну, пока все нормально. Мне нравится, одним словом. Пока мне нравится. Так. Ну, тут видите сами деревья такие высохшие, то ли от пожара, то ли еще от чего. Вот так вот, удручающая такая картина, прям вот совсем. Ну, мне кажется, это все, ну, может, что-то отчасти естественным путем, а кто-то, может быть, может, еще и от человеческого фактора. Вот это вот происходят пожары, возгорания. Посидели, грубо говоря, отдохнули. И
Как говорится, костер развели, не затушили. Я погода сухая, если жара, любая искра, вспышка и вся. А огонь он очень живучий, он быстро, быстро очень распространяется. Огонь он очень быстро распространяется. Так, табличка какая-то была. Но это нам показывает, нам напоминают точнее, что мы находимся на трассе А-360. Но она вот она, по трассе ее передана, прописана. Федеральная трасса Лена. Или как ее еще называют, Амуро-Якутский тракт. Амуро-Якутский тракт. Так, ну тут уже дорога похуже стала. Там прям была идеальнейшая, я бы сказал, очень. Ну и здесь еще пока все нормально. Смотрите. Их двое? Или нет? Их точно двое? Да ну нет, это их не двое. Вообще не двое, она вон одна. Это так карты делают. Так, была какая-то табличка. Опять, наверное, сейчас будет ремонт. Или что-то такое. Ну, пока дорога хорошая, даже очень хорошая, я бы сказал, для этих мест. Учитывая, какая дорога была в начале. Я имею в виду в начале, когда мы повернули после Невера вот сюда. И какая дорога сейчас. Да, машин мало опять. Я бы сказал, их вообще нету. Появляются иногда, иногда вот кое-где. Но это прям... Ну это уже прям вот проехали. Они могут сразу несколько так проехать, а потом долгое время их не быть. Обычно они появляются, когда какой-то поселок прям или что-нибудь, населенный пункт ближайший. Верхний Куранах. Еще. По-моему, Нижний Куранах был. Да. Продукты. Не оставляйте детей одних.
Автосервисы. Тоже какой-то магазин. Так, ладно, едем дальше. Я думаю, мы, может быть, и заехали бы туда. В тот населен, в этот в верхний Куранах. Река Большой Куранах. Да. Но, к сожалению, туда карта не пускает, поэтому. Да я и не думаю, что там прям что-то будет очень интересное. Такое. Вот там вот обязательно заедем, да. Это все-таки. Ну, по местным меркам, это достаточно крупный населенный пункт. Город. Да, там вот это город. Население всей Якутии около 1 000 000 человек. И примерно 300 или сколько-то, 400 тысяч проживают в самом Якутске, да? И все остальные по всей необъятной территории. Более 3 миллионов квадратных километров территории Якутии. Самый большой регион в России. Так. Самый большой регион в России, да. Тут прям реально можно ехать, а если и вообще не встретить никого на сотни километров, ни души. А если взять, к примеру, еще и Магаданскую область, то вообще, да не только Магаданскую, можно еще и Чукотку сюда же. Якокид, Тамот, Якутск. Тамот 48, Якокид 23. 499 Якутск. Ну вообще вот начинает Якутии и территорию Камчатский край, Котку. Так, нет, нет, куда мы поехали? А, подождите, может быть я Нижний Куранах? Да ладно, нам дают проехать через Нижний Куранах, неужели? Подождите тогда. А почему бы этим не воспользоваться? А там мы сможем выехать куда-нибудь? Ну, давайте я попробую, если не получится. Вот такая вот стелла, сразу хочу сказать. Вот такая вот стелла. Давайте я вот сюда выйду. Отсюда прям хуже. Давайте я все-таки попробую туда. Ну, куда получится. Смогу ли я куда-нибудь доехать? Или все-таки нет? Это у нас, да вроде можно, Нижний Куранах. Тогда почему бы этим не воспользоваться и не проехать? Вот так он выглядит. Но это не город, наверное, а может и город. Нижний Куранах, ну вроде бы как город. Ух, смотрите, сколько дров. А их тут везде полно. К зиме готовят. Зимы здесь очень холодные, суровые. Сейчас мы проедем через вот этот вот. Ну, даже не знаю, город это или поселок. Наверное, город. Ну, если что, я в комментариях напишу. Точнее, не в комментариях, а
плейлисте в этом, в тайм-кодах укажу. Так, сейчас повернем. Сейчас мы немного повернем, как раз вот сюда. Да, вот сюда. Немножко посмотрим. Вот этот вот, ну, скажем так, городок. Днем Победы, 9 мая. Поздравляют. О. Христианская церковь, да. Вот, пожалуйста, вам. Ну, тут какой-то сквер, типа, или парк, ну, больше сквер напоминает. Можно вот скамеечки посидеть. Пожалуйста. Ну, а здесь идет, полным ходом идет реконструкция. Вот строительные леса. Или строят, наоборот. Или нет, скорее всего, наверное, новый строит дом. Двадцать пятый. Да, что 25-й? Непонятно. Ну, тоже такая мусорка, ну, в принципе. Ну, не совсем прям все идеально, но нормально. Нормально, так. Ну, на четверку. В принципе, можно, можно. 4 балла из 5 поставить. Вот какая-то многоэтажка опять вдалеке. Так, сюда мы повернем. Да, кстати, можем повернуть. Тогда давайте чуть-чуть еще проедем. Так. Да, но что я заметил, местность прям такая. Так, что он тут обкладывает? Брусчатку, что ли? Или что он делает? Это вот отсюда идет. Ладно. А, пацаны такие смотрят. Что это? Ого, нас снимают. Лиц, кстати, не видно. Лица, видите, не показывают. Тут магазин.
Сейчас мы развернемся. Ну, вот так вот решили нас, как говорится, точнее не то, что мы решили, а решили нас немножко по такому кругу пустить. Трубы, видите, опять тут. Ну, они везде так. Это так нужно. Это нормально для здешних мест. Это нормально. Вот такой домик барачного типа. И тут таких, кстати, много домов. Так. Опять мусорка, ну тут нормально. Ну вот это вот, конечно, желательно бы все убрать, подмести и будет идеально. Сейчас мы развернемся. Так, тут тоже. Ну, он что это строит или облагораживает уже готовый дом? Или строит? Пока что непонятно. Так, давайте-ка посмотрим. Вообще, нам бы как-нибудь. А, туда нельзя выехать, да? По-моему, туда нельзя выехать. Вон оно что. Вон оно что, ребята. То есть. Дороги тут нет, придется, наверное. Хотя, сейчас попробуем. Да, попробовал. Но я так полагаю, что дороги нету, придется нам, наверное, возвращаться обратно. Да. Придется обратно возвращаться нам на трассу и уже ехать, потому что ну, там нет дороги. Поэтому мы сейчас доезжаем. До того места, откуда приехали. Так, нам бы тут не проехать, а мы уже проехали. Да, вот сюда. Сейчас выйдем. И поедем. И поедем уже по трассе. Но, скорее всего, это уже будет в следующей серии, потому что как бы времени уже много. Так, ну это мы уже наблюдали, по-моему. Вот видите, обшивают все панелями, утеплителем.
Так, все, сворачиваем. Так, здесь мы уже были. Ну, сейчас как раз вот попробуем, можно ли тут вообще развернуться и выехать на трассу. Но я так подозреваю, что нет, нельзя. Да, ну, к сожалению, нельзя, поэтому выйдем на трассу и поедем уже дальше. Ну, неплохо, неплохо, все равно. Так, тут мы быстро едем, потому что тут мы уже были. Кто не смотрел, посмотрите на... Посмотрите. Вот так вот давайте. Перемотайте, посмотрите. И вы все увидите. Так, выехали мы на трассу. А, так, давайте-ка посмотрим. Ага. Ну, далеко, далеко, конечно, нам еще и ехать. А, я все-таки думаю, давайте чуть-чуть проедем. Хотя бы вот этот вот разворот. И будем уже завершать. Да, не так много мы сегодня, конечно, проехали, но зато побывали в двух городах местных. Это Алдан и Нижний Куранах. Или Верхний, подождите. Сейчас ошибусь. По-моему, Нижний Куранах, да? Да, Нижний Куранах. Вот. Мне кажется, это будет интереснее, чем просто вот так вот ехать на трассе. Ну, это чисто мое мнение. А там уже смотрите сами. Так, сейчас нам посмотрю, где нам остановиться, может быть. Ну давайте, может быть, чуть-чуть проедем. Там как бы остановки-то нет нигде особой. Но я все-таки предлагаю остановиться вот сейчас прям буквально через там 2 минуты. Так, можно даже здесь. Хотя нет. Ручей сухой ключ. Так. Ну, сейчас будет что-нибудь такое, где мы остановимся. И я думаю, на этом все. Если ничего не будет, ну, где-нибудь остановимся здесь. Я думаю, что-то должно быть по-любому. Так, видео, надеюсь, вам понравится, ребят. Ну, старался для вас тоже вот это вот все снимаю. Периодически. Стараюсь выкладывать.
От вас лайки и подписка. И интересный комментарий. Так, блин, ехать за этой... За этой машиной как-то мне неохота. Давайте, может, обгоним ее. Да, мы это сделали. Но... Так, ну что, ищем место. Вот как найдем, так, соответственно, и остановимся. Пока вот ничего нет, обычная дорога. Вон опять знаки. По-любому какой-нибудь ремонт дороги будет или что-нибудь еще. Неужели ничего не будет вообще? Вот прям мне интересно, ну будем же мы ехать тогда очень долго. Я планировал видео завершить буквально вот сейчас. Так. Вот какой-то поворот. Ну, это поворот. Яко Кит. Ну, до него ехать долго. Мы на него точно сегодня добираться не будем. Нет, я все-таки думаю, вот здесь вот остановлюсь. Вот на этом вот. Перекрестки. Вон что-то дорогу делают. Разве что это? Давайте-ка я вот тут все-таки остановлюсь. У нас Якокит. Ну, далековато, далековато. Ну, все равно. Так, все, ребят. Еще раз благодарю за тех, кто посмотрел видео, кто подписался, поставил лайк. Всем желаю хорошего настроения, всем удачи, увидимся, всем здоровья, счастья и успехов. Всем пока.